Здравствуйте, дорогие мои подписчики! С вами на связи Виктория Катаченко. И сегодня у нас 18 мая, 2015 год, и я показываю, как я вывела деньги из проекта WebTransfer. 16.05 у меня была доступна сумма к выводу 1000 долларов, и я поставила на вывод на карточку. При этом я сняла галочку «Ускорить вывод средств». Кто пробует выводить, здесь есть разные варианты для вывода. Тут их больше на самом деле, но высвечиваются те, которые вы вписали. Выбираете вам нужный, ну это как должно быть, да? И если вы хотите вывести именно на туда, куда вы выбрали, нужно снять галочку, вот эту. Проектом предусмотрен ускоренный вывод средств. Для этого вы ставите галочку, и тогда деньги могут вывести туда, куда это будет быстрее и удобнее самому веб-трансферу. Но на самом деле, сняли вы галочку или оставили, результат от этого не меняется, все равно веб-трансфер выводит туда, куда ему удобно это сделать. Вот таким образом получилось и у меня. Но все равно я рада, что деньги пришли. Деньги пришли, кстати, тут же, ну, в течение суток. Даже не в течение суток, а тут же, вот 16 мая, они мне вывели на Payeer кошелек. Вот 16 мая списаны. Списано, видите, то есть и 16 же мая я и ставила на вывод. И вот на кошелечек заходим. Я ожидала их на карточке, поэтому даже не сразу поняла, что мне деньги уже вывелись. А потом, когда увидела вот здесь вот списано, начала читать, куда же списано. Вот написано, что на карточку я ставила, а оплачено на номер кошелька Payeer. И время, когда они пришли. Деньги действительно пришли, все в порядке. Комиссия была, когда я ставила здесь на вывод, вот я ставила ровно 1000, но там была комиссия 25 долларов. То есть, видимо, снялась с баланса, там у меня было больше денег. А сюда пришло 1009 долларов 59 центов. Вот как-то так, непонятно. Что, конечно же, радует. 1009 долларов. Кстати, вот я покажу, откуда они пришли. 1009. Так, комиссия Payeer 9.51. То есть Payeer снял еще и комиссию свою. На счету у меня сейчас осталось 1000, ровно 1000 долларов. Перевод денег из веб-трансфер. Вот так вот. 16 мая. Так что вывод работает. Слава Богу. И продолжаем работать дальше. Если хотите присоединиться, ссылочка на веб-трансфер на сайт будет у меня под видео. Как работать здесь, вы можете обратиться ко мне в личку ВКонтакте или в Skype, и я вам помогу разобраться. На самом деле здесь без вложений здесь зарабатывать нереально. Ну, то есть реально, но это вообще копейки, и это может быть очень долго. В общем, вывод 50 долларов. Поэтому, конечно, 50 долларов без вложений вы будете очень долго зарабатывать. А вложения тоже от 50 долларов. Но я рассматриваю вариант, когда заводим 500 долларов на кошелек своих и за месяц сделаем больше 100%. То есть вот такая у меня есть схема, в которой мы все работаем. И если кому интересно, обращайтесь. Помогу зарегистрироваться и расскажу эту схему. Вот. Ну, конечно же, хочу предупредить, что веб-трансфер — это проект, который в интернете. И, естественно, есть риски, что он, как и все, что есть у нас в интернете, рано или поздно закроется. И когда это случится, никто не знает. Вот. Хотя, конечно, планы у них большие и толстые. И, конечно, все очень красиво они рассказывают. И дай бог, чтобы это так и было. А с вами на связи была Виктория Катаченко. Мой скайп, мои контактные данные будут под этим видео. Обращайтесь, пишите, звоните. Всем успехов и пока-пока.